Приветище! Это ФНАФ 9, мы продолжаем! Продолжаем бегать от больших злобных роботов, которые хотят меня поймать и отдать родителям, которых я никогда не видел, которых я даже не знаю. А еще я узнал, как я выгляжу. Я, оказывается, пацаненок такой соплявенький. Вот сюда сейчас встану, тебе покажу. При помощи камер мы можем разглядеть. Сейчас покажу. Ну, ты уже, наверное, видел. Че тебе показывать? Вот, ты видишь меня. Мою прекрасную блондинистую шевелюру. И там что-то чика болтает. А если я вот так вот наверх буду смотреть? Я увижу себя. Давай. О, вот, отлично. Приблизим. У меня что там? Это пластырь? Мне кто-то уже влепил, по всей видимости. Мои часы крутые. Кроссовочки с красными шнурками. Но, скорее всего, это липучки. Ладно, хватит на себя зыркать. Пойдем. Пойдем долбить аниматроников. В общем, я набрал тут, смотри, чего у меня есть. Задание. Нет, инвентарь мне нужен. Я тут набрал чего? Значит, вот это ты все видел в прошлой серии. Добрал еще вот такую вот футболочку. Она была возле лифта. Вон там вот лифт сломанный. Я туда подбежал, там была коробочка. Сейчас я еще раз подбегу, что я вообще бесстрашный. Обдуряем нашего робота. Здорово, Чика. Вот здесь я, короче. Вон коробочка вскрытая, там я все нашел. Уходим, уходим. Не кипишуем, она сзади нас. Черт, нас поймали. Ну, зато я показал тебе коробочку. Насчет апгрейд-билета. Мне сказали, что я двигался в правильном направлении, но немного затупил. Смотрел на автомат, а надо было смотреть на купоноприемник. Сейчас. Она что, меня впалила? Да вы что? Как это вышло? Закрывайся, дверка, закрывайся. Бежим, бежим, бежим. Выносливость сдохла. Давай, поднимайся, поднимайся. Она сзади меня. Она хочет меня. Если я спрячу сюда, нормально же будет? Хопа, она вроде нас не видела. Говорят, надо прятаться тогда, когда нас не видно. Здрасте. Да. Ну, конечно, это же было легко. Просто повернуть бошку, а там торчащая вот эта блондинистая башка торчит. Не успел начать играть, меня уже два раза схлопнули. Чекуль, давай сваливай отсюда. Вон я ее вижу. А знаешь, еще прикол бывает какой? Я вот на нее смотрю, она сейчас меня впарит, она будет там стоять. Нет, она развернулась жопой ко мне и убежала. Короче, бывает такое, что она меня видит издалека, потом хоп, исчезает и появляется у меня за спиной. Я думаю, нифига себе. Вот это сверхспособность у тебя. Значит, вот он, этот автомат. Я у него тогда терся, смотрел вот сюда. А нужно было смотреть вот сюда. И вот мы можем использовать свой бесплатный входной билет. Он засовывает сюда. Он сожрал мой билет. Попробую использовать тот жуткий магнит. Сейчас мы его пришпандорим сюда. Вот он. Нам дали, наконец-то, билетик. Да, магнит смог автомат обмануть. На этот раз это какой-то билет в детсад. Отличные новости. Жди меня в детсаду. Вход туда находится на втором этаже. Ну чё, почапали? Я знаю, где он находится. Не получилось так просто, короче. Такое ощущение, что он где-то... О, взялась, откуда не возьмись. Прячемся сюда. Включаем камеру. Камеру, камеру, камеру. Я хочу это видеть. Да камеру, говорю. Так, поворачиваемся. Моя рука торчит, она мимо прошла. Как так? Тогда я в контейнере сидел, он меня впалило, тут прошла, руку мою заметила, но думаю, типа, не, я не буду шторку откидывать, а то вдруг там что-то стрёмненькое. Ну или вот так вот я прячусь, смотри, тоже за ширмой башка спрятана, тело-то видно. Да, и такие прятки бывают, что поделать. Ладно, выходим отсюда, за этой ширмы. Вот он, детсад, мы бежим именно сюда. О, не хватает атмосферы Нового года, да? А я знаю, где ее навалом. Окунись в атмосферу Нового года в War Thunder, масштабным онлайн-экшеном о сражениях военной техники. А в ангаре будет тебя ждать украшенная елочка, подарки и гирлянды. Ну и сотни самолетов, танков, кораблей и вертолетов разных эпох. Помимо этого, ты можешь сделать боевую машину новогодней, используя праздничные камуфляжи, декор и наклейки. Кстати, ее можно не только украшать, но и прокачивать. Я надеюсь, ты про это не забыл. Надоел ангар? Так отправляйся к морозным горам Австрии, укрытым снегом избушкам Волоколамска и в другие живописные локации, разбросанные по всей земле. В битве War Thunder могут одновременно участвовать разные типы техники. Пока танки атакуют точки среди елей, с неба их прикрывают самолеты и вертолеты. А благодаря отличной графике и физике War Thunder выглядит атмосферно и по-зимнему. Снег налипает на танки, гусеницы оставляют борозды, а небо скрывает реалистичные облака. И, кстати, двигатели самолетов не перегреваются на морозе. Это очень круто. Качай War Thunder прямо сейчас бесплатно по ссылочке в описании и получай новогодние подарки. Тут какое-то... Ты видел, размытое граффити превратилось в мытое? Мыло превратилось не в мыло. Сюда можно войти? Ух ты! Чё по карте?
Давай карту посмотрим. Карты нет. Камера показывает, что здесь какой-то электрощит, ток есть. Мне туда надо бежать. Вон туда. Но прежде чем я туда пойду, надо здесь все хорошенько обшарить. Мы же должны Фредди здесь еще встретить. Он говорил, что нас тут ждет. Надеюсь, это правда. Сюда забежим. Слышу чик. О, сумка. Какие-то интересные новости мы сейчас узнаем. Показывайте, что там, про что речь идет. Жалоба клиента. У моего сына никогда не было проблем со сном. Но после вечера, проведенного в вашем детсаду, он больше не может спать с выключенным светом. Он все плачет и плачет. А если я разрешу ему оставить свет, он мочится в постель. Боже мой. Это кто ж его так довел-то? Негоже так детей пугать. Видимо, аниматроники его очень зверски испугали. Бежим дальше. О, зарядная станция. Может, Фредди здесь? Фредди, ты тут? Нет, Фредди здесь нету. Еще в комментариях написали, что можно аниматроников апгрейживать. Я такой, нифига себе, нифига. Ну, круто. Так, сохранимся обязательно. Медвежонок, я очень рад тебя видеть. Спасибо вам, мистер розовенький пухляш. Белорозовенький, белофиолетовенький. Я сюда могу пройти? Опа, нифига себе. Это что за чижик-пыжик золотой? Так, подождите, это пицца, да, тут? А, нет, это просто баннер висит с пиццей, с надписью «пицца». Можно, кстати, попить, выбить. Нет, нельзя. Кулачком ударить разок, может выпадет чё. Ну, навряд ли. Здесь тоже может открыться ролет, но нет. Не откроется. Короче, здесь, в принципе, больше ничего и нету. Нам туда нужно, к ролету. Давай, еще разок откройся. Я проскочу. Грегори, у меня не получается до тебя добраться. Посмотри у пульта у охраны. Там должен быть пропуск. Окей. Сейчас пойду посмотрю. Еще бы знать, как туда добраться. Там, ты посмотри, там площадка детских препятствий. Ну, это игровая детская площадка, но для родителей это реальная площадка препятствий. Ладно, полезли в дырку, походу. А можно по-другому обойти? Тут заперто. Здесь ничего нет. Подарков никто тут не оставлял случайненько. Пофиг, лезем в дырку. В отверстие. В лунку, как говорится. Как в фишках. Прикольно, мне нравится. Но я же ребенок, поэтому мне нравится. А это кто? Я сам це. Нифига себе. А может, мне туда не надо идти? Ну, на самом деле, он выглядит дружелюбно. Эй, ты где? Новый друг! Что тебе не спится? У нас пижамная вечеринка, где твои друзья? Отпусти меня. Мы можем рисовать пальцем, рассказывать истории, пить фаст-шипучку, пока наши головы не взорвутся. Есть только одно правило. Не гасить свет, не гасить, не гасить. Солнышко, с тобой все в порядке? Может, я пойду? Так, понятно. Но он хочет со мной играть. Эй, ну-ка, как тебе весело или как? Ну, в принципе, неплохо. Смотри, я только от него откажу, он сразу меня хватает и это. Куда-то тащит. Что ты делаешь со мной? Так, я попробую от него. Нет, убежать не получается. Отвлечь. Вот так вот. Нет, 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 нет. Ну и беспорядок. Где низ, где верх? Прибраться, прибраться срочно. А мы в это время свалили. Фонарик бы здесь не помешал. Здесь чертовски темно. Это я говорю практически в каждой игре. О, медведь, Фредди. Только игрушечный, прикольно. Ладно, давай попробуем по этому тоннелю пробраться, чтобы нас не заметил мистер Солнышко. А то он чрезвычайно активный и бесячий. Довольно бесячий. Так, здесь я могу скатиться, да? Обломись, ты не скажешь, ты слишком большой. А, нет. Ну тут я просто проползти могу. И кажется... Вот. Пожалуйста. Пойдем через вот этот мостик. Мостик, мостик, мостик. Я слышу кого-то. Ой, черт, вон он. Бежим скорее туда. Запрыгивай сюда, запрыгивай. Тут нас не должны достать. Он слишком большой дылда. Он сюда просто не пролезет. А вот это вот что за провод? От чего это? Генератор, что ли, работает? О, а можно вырубить? Жалко, нет. Понятно. Я здесь тоже могу скатиться. С этой стороны давай попробуем. О, с этой можно. Ништяк. Главное, чтобы не на площадку шариками нырнуть. Бежим, бежим, бежим. Он меня снова поймал. Отпусти меня, негодяй. Куда ты меня тащишь? Рожа у него, конечно, вообще огонь. Луна и солнце. А почему ты называешься солнышко, если у тебя на лице еще и луна нарисована?
Он куда-то меня тащит и... Так, надо что-то как-то его отвлечь. Вот, например, вот этим. Вот, бежим, бежим, бежим. Пульт охраны. Может быть, вот эти двери? Слушай-ка. А здесь у нас чего? Непонятно. Вот, кнопку можно нажать, а она не нажимается. Черт, блин. А вот пульт, 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 пульт. Взять какую-то фигню, пропуск охраны. Пропуска позволяют открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень допуска игрока отображается на часах фаз. Давай посмотрим, какой у нас уровень пропуска. Черт. Не хочешь оставаться на кукольный спектакль? У меня есть клейс без... Ой-ё, что началось? Нет, зачем ты сделал это? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, я тебя предупреждал. О, началось. Что, ты сейчас себе рожу разорвешь на две части? Дрянной, дрянной мальчишка. О, Луна. Ты уже должен спать. Тебя нужно наказать. Баиньки, баиньки. Грегори, я не знаю, что ты сделал, но в детском саду погас свет. Ты должен найти аварийные запасы генератора и включить их. Они находятся в игровом комплексе. А можно фонарик? Тут есть фонарик? Я знаю, я видел генератор, я в курсе, что нужно сделать. Но мне нужен фонарик. О, сохраниться нельзя. Капец. А, вот фонарик, пожалуйста. Спасибо. Так, включаем фонарик. Как это сделать? Перезарядка фонарика. Ясно, автомат помогает заряжать батарейки у фонарика. Это я разберусь как-нибудь. Включаем фонарик. Все, погнали. Первый генератор. Ищем по проводам. Все просто. Первые провода. Первый проводок, вернее, идет здесь наверх. Я как-то туда поднимался. Сейчас попробую разобраться. Сейчас разберем. Главное сзади, чтобы ко мне этот клоун не подошел. А то я ненавижу, когда они... Блин, тут точно никак не подобраться к проводу. Я еще хотел посмотреть, какой уровень карточки у нас. Карта, сообщения, камеры. На часах фаз писали, можно пропуск посмотреть, но что-то я не увидел. А, потом разберемся, сейчас у нас другие цели и задачи. Фредди, защити меня от этого тупого лунасолнышки. Проводок, где ты? Вот он, проводок. А если мы наверх залезем вот по этой трубе? У нас получится это сделать? О, гляди, получается. Прячься, прячься от меня. Тук-тук-тук, кричит Луна. Вот, провод заходит сюда. И генератор здесь. Вот. Включаем. Еще 4 генератора. А, чешуй. Главное не запутаться. Какой генератор я включил, какой нет. Где-то видел проводок. Вот он, проводок еще один. Идет. Идет. Ну, походу, он идет обратно. Че-то как-то жутко. О, еще один генератор. Отлично. Плохие детишки должны быть наказаны. О, смотри, вот он. Луна, луна, луна. Прыгает на одной ноге. Ты уже должен спать. А я не хочу, я вот тут у экранчиков потусю. Пожалуй, я еще сейчас батарейки заряжу у своего фонарика. Главное, чтобы он меня сбоку не обошел. Вроде все пока, ох. Вон он трется. Пошли искать оставшиеся 3 генератора. Значит, там мы были. Блин. Надо в какую-нибудь трубу залезть. А то меня уже раздражает. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А я побежал в другую сторону. Бегу, 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 бегу. В этой трубе я уже был, но на всякий забегу еще разок. О, смотри, нашел еще какие-то проводки. А тут и генератор. Чудесно. О, нашел еще один. Так, последний остался. Чума. Кстати, этот лунасолнышко, он как-то как паук поверху перебирается, карабкается на проводах, как-то прыгает или ползает, или подтягивается. Понять даже не могу. Не разобрался еще. Сейчас, я думаю, мы выясним с тобой это. Как же он тут перемещается. Так, еще один генератор. Проводок сюда. Черт! Бежим, 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 бежим. Он сзади меня. Давай сюда, 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 сюда. Фух! Чуть не сожрал нас. Капец, он опять сзади меня где-то. Бежим, бежим, я прям вот чувствую, беги, твою Машкину ляжку. Капец, как близко он. Давай, 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 давай. Запрыгивай сюда и... Ха! Черт подери. У меня тупо выносливости не хватило. Так, короче, у меня сейчас есть предложение. Пока мы играем с этим чудиком при свете, обижать всю площадку и найти эти генераторы, чтобы потом в темноте их не искать. Значит, вон пульт охраны. Я сюда взобрался по трубе, он по той синенькой. Вот так вот забрался сюда, залез и нашел вот этот генератор. Одним из первых.
Потом я иду вот сюда. Вот так вот карабкаемся. Потом направо. Здесь еще должен быть генератор где-то. Возможно, сюда надо залезть. По проводам идем, по проводам. А, это к фонарю провод. Ясно, значит, он где-то сзади нас. Вот он, генератор. Здесь не выбраться, придется нам вылазить сюда. Окей, вылезли. Ищем еще провода. Вот провода идут туда. Да, нас нашли. Он специально меня сбивает с толку. А я ему собью башенку, которую он построил. Вот так. Пускай оно и строит. Значит, возвращаемся сюда. Давай, беги, пацаненок. Беги. Вся надежда только на тебя. Смотри, вот еще один генератор. Так, нужно понять, откуда нам идти. Пульт вон там. Генератор здесь. А, возможно, я там был. Да, мы там были. Значит, я вылез где-то через дырку. Вот, наверное, через эту. Потом я пошел сюда. Вот, тут нас поймали. Вот еще провода. Или мне показалось, что тут провода? Показалось. Если нету проводов, где же провода у нас? Посмотрим со стороны. Солнышко там качается, башенка у него уже построена, что он за мной не идет, ну и неважно. Мне же лучше. Слева вон туда наверх. Этот проводок вот этот вот мы нашли. Вот этот проводок мы тоже нашли. Значит, окей. Поднимаемся сейчас наверх, идем налево. И где-то здесь должен быть еще один генератор. Твою шишкину шелуху. Где генератор еще один? Не понял, меня что, обдурили, что ли? О, кажется, нашел. Вышел на след его. Вот он, еще один генератор. Можно по низу как-то к нему пройти. То есть вот эти вот столики, фиолетовые креслица. Можно, короче, просто тут оббежать, добежать вот до этих стульчиков и здесь зайти. Будет третий генератор. Окей, юшки. Нашел последний генератор. Нашел. Он находится на другой площадке вообще. Вон там вот. Надо, короче, будет оббежать. Вон пульт. Вот так вот оббегаем. И с другой стороны заходим вот в эту трубу и попадаем в генератор. Все, разобрались. Можно идти вырубать свет. Все, началось. Началась вечериночка. Значит, погнали. Залазим вначале в трубу. Первую трубу. Бежим сюда. Вот он, первый генератор. Врубаем его. Дальше не сюда побежал. Стой, давай обратно. Где-то должна быть лазеечка. Где она? А, вот она. Вот она, лазеечка. Бежим сюда. Через зеленые кубики прыгаем вниз. Поворачиваемся, генератор. Есть два генератора. Значит, выпрыгиваем в окошко. Выпрыгиваем. Теперь... Блин, он там. Он там, черт его дери. Обходим тогда здесь. Он нас не видит? Тут где-то вход должен быть. Где-то должен быть вход. Вот он вход. Черт, не с той стороны зашел. Капец, это тупик какой-то. Так, подождите. А, вот он, генератор. Все, я правильно пришел. Врубаем. Убегаем отсюда. Можно через трубу. Чтобы нас не засекли. Главное не запутаться тут потом самому. А три генератора активировано. Нужно добраться до четвертого. Он находится. Кстати, вот, я к нему и иду. О, только не говори, что ты сзади меня где-то бегаешь. Четвертый генератор вот здесь. Вот, прям вот удачненько заскочил. Врубаем. Последний генератор. Убегаем сюда. Так, бежим. Скорее, вот сюда. Давай, выносливость дрянная, выносливость кончилась. Давай, выносливость, нужен. Последний генератор. Успел! Ух, блин. Я чувствовал, как у меня затылок дышит. Встретьте Фредди у детсада. Окей. С генераторами покончено. Ну, жутко это солнце, луна бесячая. Значит, наверное, нам надо выйти здесь, да? Я надеюсь. Сейчас мы приложим карточку, откроется все. Нарушитель! Тебе запрещено появляться в детсаду. Угроза безопасности. Вау, твоя семья. Что там? Эта область закрыта для тебя. Эй, пацан, выходи. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Блин, надо было в этом, во Фредди сбираться. Сейчас с другой стороны попробую залететь. О, следите за временем. В конце каждого часа отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают. Станции отмечены на фаз-карте. Теперь понятно, что за электрощиток я на карте видел.
Все, побежали. Скорее. Фредди что-то нам там болтает. Какой-то Новый год начался тут. Нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество подается на зарядную... Черт! Ух, как тут начинает весело-то быть, а? Сейчас во Фредди залезем. Сейчас. Фредди, ты ждешь меня, да? А вот и я. Давай, открывайся скорее. Фу, наконец-то. Теперь всяко попроще будет. Так, нам нужно куда-то подняться. Давай, чё, кто меня там? Я внутри был. Внутри Фредди. Как меня могли поймать? Эта область закрыта для посетителей. Гарри, ты голоден? Кто-то что-то говорит. Так, давай внутрь. Я залазю. Меня не должны поймать. Так, уходим. Они все равно за мной идут, смотри-ка. Окей, нам нужно подняться куда-то. Фредди говорит. Все, поднимаемся. Мне бы сохраниться еще. Все, нам сейчас нужно выйти из детсада. И там будет зарядная станция. А потом вернуться сюда. Вот выход. Надеюсь, сейчас у меня получится это сделать. Я выхожу? Да. Так. Открывай ворота. И зарядка где-то здесь. Вон она. Бежим скорее туда. Фух, наконец-то. Все, мы заряжаемся. Воу. Это кто, кролик? Нифига себе. Это робот или это человек? Он так двигался, как человек. Что это было? Это фонтан. Фонтан – это декоративный водоем, в который подается вода. Не о фонтане. Неужели ты не видел женщину в костюме кролика, что танцевала? Не видел. Никаких кроликов в мегапицеплексе нет. Больше нет. Это какой-то бред. Будто все в этом месте пытаются меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю. Я хочу помочь тебе. Может... Они тоже хотят помочь тебе? Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. И он сразу выплюнул меня. Я вышел, да. У меня есть для тебя хорошие новости. Главные двери откроются через 5 часов. Хорошие новости? 5 часов? Я не протяну здесь и 5 минут. Сохраняй спокойствие. Если мы снова разделимся, ты всегда можешь позвать меня через часы ФАС. Если у меня будет достаточно заряда, я приду к тебе на помощь. Ладно, погнали, короче, сохранимся все-таки. Наверное, надо вылезти. Давай, сейчас вылезу. И мы сохранимся. О, готово. Залазим снова во Фредди. Давай, влетай. Классную, короче, фичу нашел. Ты когда уходишь от Фредди, нажимаешь на кнопку Q, и он такой подбегает к тебе, смотри. Подбежал, и ты садишься в него. Короче, у нас есть 2 варианта. Вернуться назад в лобби, либо вернуться в детский сад. Да, мы можем это себе позволить. Но зачем сюда возвращаться? Это я пока не могу понять. Но я хотел в лобби... Ой... Роботы-охранники появились. Я хотел по лобби пробежаться, посмотреть, может, там подарочки какие-то есть. Давай зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Вроде ничего интересного. Пойдем по каждому пройдемся. Если что-то будет интересно, я тебе покажу. Нашел подарочки, все-таки тут есть. Это хорошо. Если будет магнитик, тогда я смогу улучшить билет. Наверное. Фигурка Глэм Фредди. Тут есть еще сумочка. Пицца из помойки. Жалоба клиента. Пицца в заказе была странной. Куски были разного размера или не складывались вовсе. Один даже кусок был с другой начинкой. Вы что, вытащили старую пиццу из помойного ведра? Я не вернусь сюда до тех пор, пока не получу хорошую скидку. Разъяренная мать. Вот такие тут посетители бывают. Да, Фредди, я вижу тебя. Залазим обратно. Спустился вниз. Вот детская площадка. Вон охранный пульт. И тут есть магазинчик. Интересно, есть тут что дельное в этом магазинчике? Игрушки разбросаны, прилавки полупустые. Я могу зайти за кассу, и тут тоже есть подарочек. Сейчас заберем. Интересно, что тут? Магнитик? Дайте магнитик.
старый постер. Ну вот. Тут, получается, в магазине больше ничегошеньки нет. Выходим отсюда. Ну все, из детского садика мы вышли. Нам нужно идти дальше. Теперь ты можешь пройти в главный атриум благодаря своей карте. Ну ок, давай попробуем пройти. То есть вот сюда. Прикладываем. Грегори, мне удалось найти две возможные точки выхода. Под кафе на этаже номер один расположена главная погрузочная площадка. А в призовом уголке на этаже 03 есть пожарный выход. Взгляни на часы FAST. Я отмечу обе локации на твоей FAST-карте. Похоже, что у тебя нет FAST-карты. Ты можешь взять ее у администратора на центральном балконе. Центральный балкон. Так, это, видимо, мне нужно куда-то съездить. Так, поехали куда-нибудь. А там уже разберемся. Нажимаем кнопочку. А куда мы сейчас поедем? Тут даже нет цифрок. Первый этаж, второй, третий. А, на всякий залезу внутрь. Музыка-то какая. Да. Кайфуем и танцуем. Ну, по всей видимости, я поехал наверх. И куда-то очень высоко. Меня прям трясет, колбасит, как будто я в небо улетел. О, нифига себе, приехали. И на каком мы этаже? А кто ж это? Ух ты! Бот с картами! Привет, возьми карту. Я вылез, и мне сразу карту дают. Ладно, давай, спасибо. Спасибо, что есть карта. Как ты меня напугал, пас-карта. Так, возвращайся обратно. Черт. Все такие тут пугучие. Прям вообще. О, фонарик тут можно подзарядить. Пожалуй, я этим и займусь. И там еще карты, смотри. Куча карт. Или это просто рисунки? Директори. А фиг его знает. Ладно, заряжаем, короче, фонарик. Давай. Заряжайся, фонаридзе. Залазим обратно. Ну и будем искать выход пожарный, про который Фредди нам рассказал. Мне бы еще узнать, на каком я этаже нахожусь. И что это за локация вообще. Но выглядит прикольно. L-Chips. Короче, там даже не про пожарных было. Так, найти погрузочную площадку под кафе на этаж 01. Найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. Окей. Я думаю, этим мы уже займемся в следующий раз. А на сегодня достаточно. Если тебе понравилось, то не забывай оставлять свои лайки под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых, собственно, мы с тобой и увидимся. Так что до встречи.